граждан обращаются с целью помочь, ну, кто чем может. Международный комитет Красного Креста передали средства индивидуальной защиты и средства для дезинфекции. Мы решили просто как бы изолировать себя здесь. Маски мы шили вчетвером, каждый занимался каким-то определенным процессом, у нас был как комбе. Я разработал вот такую углубленную модель лекала, чтобы можно было подложить еще и марлю. Люди предлагали помощь в любом формате, в любом ракурсе. Кто даже, начиная с варенья своего подвала, транспорт, продукты, одежду, кто деньгами. Как говорится, не красота спасет мир, а именно доброта.